На данный момент лучшая поголовья туркменских среднеазиатов этот пес по кличке Алаш. Вот. На сегодняшний день этой собаке 12 лет. Кобыл очень препатентный. Все щенки похожи на него. Сегодня мы видели два боя с его, как говорится, сыновьями. Все. Пес очень препатентный. Вот такие вещи. Дерганное все время дергается. Алаш, келе. Вот его голова. Заснем? Все. Теперь давай это, Исмат, сучку сюда.